Нужен анонимный доступ к любому сайту? Хотите общаться, не раскрывая свою личность? Планируете рекламу ВКонтакте, Одноклассниках и других социальных сетях? Соцсекрет предлагает легкое решение этих задач. Мы продаем чистые, созданные с нуля аккаунты для любых сайтов. Покупая аккаунт, вы получаете уникальный логин и пароль без необходимости вводить собственный номер телефона и где-либо регистрироваться. 100% гарантия работоспособности. Стоимость анонимного аккаунта всего лишь 30 рублей. Тройное www.socsecret.ru. Мирный договор сдвинулся с места. Владимир Путин провел на Восточном экономическом форуме переговоры с японским премьером. Речь в основном шла об экономических проектах. Деловые связи, по мнению лидеров, помогут заключить мирный договор. Разумеется, затронули и проблему мирного договора. Обсудили, в частности, возможности налаживания совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. По итогам состоявшихся в Москве 17 августа переговоров по линии МИДов двух стран отобран ряд перспективных проектов, готовых к реализации в первую очередь. Что касается вопроса о четырех островах, нами был достигнут прогресс в ряде направлений после саммита в городе Нагато в декабре прошлого года. Мы хотим, чтобы народы обеих стран активно ездили друг к другу и взаимовыгодно сотрудничали на четырех островах. Хотим, чтобы бывшие жители островов могли посещать свою родину и могилы своих предков. Если мы от души желаем такого будущего, мы сможем преодолеть свое прошлое, которое не двигалось с места больше 70 лет.